Меня зовут Денис, я инициатор проекта Югерс. Комбайн. Комбайн Югерс. В нем есть вот такой вот коробочек. Люди любят. Эту штучку можно тоже показать. Обязательно. Здесь есть такой еще кроповичок. Его можно поставить вниз и заводить. Комбайн просто вот заводите движением назад. Когда вы его завели, об стол, ну, об такой стол не получится, он об ковер скорее заводится. Вот этой штукой можно просто зажать, а потом вот здесь рычажком спустить. Здесь самое как бы тонкое место — это вот эта сеялка, вот это колесо, которое может, средняя шестеренка, она сдвинуться туда-сюда, там заклинить. Маятничек вот этот в комбайне, надо его смазывать. Если он, допустим, у вас проскальзывает и комбайн рвется вперед, попробуйте его там сдвинуть по оси, сам маятничек, назад. У него тогда он будет более широко стоять своими вот этими зубочисточками. И вот, если наоборот заедает, смажьте его или сдвиньте вперед. Вот, если совсем какие-то с ним траблы, попробуйте заменить вот эти две зубочистки. То есть вот этот маятник, он отвечает как бы за то, будет ли медленно или быстро ехать в комбайне. Такая довольно, ну, средней сложности модель сборки. У нас как бы будут просто модели и посложнее, поэтому комбайн на данный момент уже средняя модель. Когда-то он был сложной моделью, сейчас средняя модель для сборки. Вот такая штука, зерноуборочный комбайн. Thank you.